И погода здесь отличная. Футбол уже скоро начнет. Спринцкого Реала. В воротах Тибо Куртуа. В защите Серхио Рамос сыграет с Рафаэлем Вараном. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. В воротах Самир Хамданович. В обороне Шкринер в паре с Дефреем. Гальярдини вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И в нападении Ромелу Лукаку сыграет с Мартинес. И чемпион. Карим Бензема. Марко Асенсио. Мяч у Реала, и арбитр даст свисток после окончания атаки. Проиграл этот эпизод игрок, ошибается. Модрич. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Мартинес. Хозяева сегодня в роли одной из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч и навязать свой... Ну решай же! Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч! Итак, нападение сегодняшнее. И погода здесь отличная. Футбол уже скоро начнет. Спринцкого Реала. В воротах Тибо Куртуа. В защите Серхио Рамос сыграет с Рафаэлем Вараном. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. В воротах Самир Хамданович. В обороне Шкринер в паре с Дефреем. Гальярдини вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И в нападении Ромелу Лукаку сыграет с Мартинесом. И чемпион. Карим Бензема. Марко Асенсио. Мяч у Реала, и арбитр даст свисток после окончания атаки. Проиграл этот эпизод игрок, ошибается. Модрич. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Мартинес. Хозяева сегодня в роли одной из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч и навязать свой... Ну решай же! Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч! Итак, нападение сегодняшнее. И погода здесь отличная. Футбол уже скоро начнет. Спринцкого Реала. В воротах Тибо Куртуа. В защите Серхио Рамос сыграет с Рафаэлем Вараном. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. В воротах Самир Хамданович. В обороне Шкринер в паре с Дефреем. Гальярдини вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И в нападении Ромелу Лукаку сыграет с Мартинесом. И чемпион. Карим Бензема. Марко Асенсио. Мяч у Реала, и арбитр даст свисток после окончания атаки. Проиграл этот эпизод игрок, ошибается. Модрич. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Мартинес. Хозяева сегодня в роли одной из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч и навязать свой... Ну решай же! Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч! Итак, нападение сегодняшнее.
И погода здесь отличная. Футбол уже скоро начнется. Смотрите, говорил. В воротах